установку, нет игровой дисциплины. Команда не смогла подготовить ее к игре, особенно в первом тайме. Вся вина на мне. Не нашел нужных слов. Спасибо, Николаевич. Мы постарались сегодня сыграть от обороны. Спасибо ребятам, они сделали то, что просили. Спасибо, вопросы? Александрович, сегодня болельщики приехали из Новосибирска, да, вот, то, что такое, такая погода, то есть, когда нужно такси приехать с командой переживать, да, вот. Ну, вот, что скажешь болельщикам после такого матча, потому что болельщики сильно расстроились, с командой приехали переживать, да, вот, и просто команда, ну, сыграла, то есть, да. Я хочу попросить прощения у болельщиков за такую игру. Как за себя, так и от ребят, я думаю, они тоже просят прощения. И завтра попытаются доказать это. Подойдите, пожалуйста, потому что все-таки ребята там понимают, что политики приехали, поддерживают. Просто сейчас просто по поводу отношений. Слово поздравляю. Так, еще вопросы? Все, спасибо.